Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! Да, на каком канале, наши друзья? Baby Go! И сегодня у нас продолжение игры «Маша и Медведь». Поехали! Поехали, сейчас будешь Маша и Медведь. Да? Да. Помнишь, мы с тобой, как Дед Мазай спасали зайцев, да? Да. Это было совершенно недавно. Так. И там у Маши еще уровни, в общем, есть. Ножка какая-то мелкая. А, правильно, тут Маша растет. Ты с уровнем растешь, и Маша растет. Так, подожди. Малышка. Машенька пока закрыта, да? Нажимай на малышку. Старт. Давай-ка полетаем. Поехали. Так, нажимай на экран, чтобы идти вверх. Готов здесь? Нам надо яблоки собирать. На стрелочку нажимаешь. И вот яблочки собираешь. Давай. Стрелочку, стрелочку. Не, не так. Вот здесь. Видишь, где папа нажимает? Не-не-не, Дин, ты так сейчас пролетишь мимо. Вот так вот надо, смотри. О, динамит. Класс. Ускорение. Да. Ой. Как сложно управлять-то. Вот паутину врезали. И на время, да, день? Как тогда с зайцами было, так же здесь с яблочками. А что такое? Ну, что врезали? Отлично. А это что? Это мы врезали, да? Так. Врезали. Ой, в паутину попали. Ой, да-да-да, обязательно. Ой, плюс 50 сразу, Дэн, ты видел? Ой, в паутину попали. Ускорение будем брать? Отлично. А динамит, кстати, нам помогает, да, я так понимаю? Он неплох. Не мало того, что не взяли ускорение, так еще и паутину попали. Да у нас еще 30 секунд, что вы волнуетесь? Мама, не волнуйся. Все нормально, мы спокойно, да, здесь соберем еще одну звездочку. А тут, смотри, что смотри, Маша написано, Дин, видел? Маша! Да. Мы собираем буквы сейчас из яблок. Ускорение. А, ну все, мы с собой собрали 5 звезд, мы 5 звезд собрали, друзья. У нас же Маша радуется. Динечка, давай, бери ускорение, нажимай на эту стрелочку. Отлично. Отпускай, отпускай. Золотое яблочко надо взять было. День. Отпускай. Не-не, а что ты поверх прилетит? Время, время, время! Давай. А ну собрали, мы же взяли время. Получен новый ранг непоседы. Нажимай галочку. Играть дальше. Нажимай. Хочу конфетку. Ну это реклама, пропускаю. Так, у нас открывается новый уровень. Хит сезона, новая игра. Ну что, попробуем? Нажимай. Ой, мы сейчас музыку, по-моему, сочинять будем, да, мам? Хочешь попробовать? Нет. Почему? Неохота мне далеко тянуться. Нажмите на кнопку, когда нота будет здесь. Вот, сейчас мы с тобой нотки ловить. Давай, подожди, вот. Вот сейчас нажимай. Не-не-не, Дин, надо, смотри, поймать, когда прям вот, вот нота, раз. Ай, промазали. Ой, это тут экранная реакция, Дин, тут даже папа не попадает. Так, раз, класс, у нас песня получается. Динечка, лови вот здесь. Отлично, лови вот здесь. Слушай, значит, ты видишь, как у нас песня играет, да? Класс. Ну все, у нас прям настоящий трек получается, друзья. Комбо! Там кто? Кто на вокале-то? Дин, смотри сзади, кто на вокале? Мишка! Мишка на вокале? Да. А Маша на гитаре? Да. А Заяц на барабанах? Да. А Волк на клавиш твоих любимых, да?
Комбо опять. Так, а давайте теперь сейчас без 5 звезд наберем, ты без папы попробуй. Сам будешь попадать. Ты понял, как надо делать? Молодец. Все, я уже близок. Сейчас мы 5 звезд собираем. Все, давай. Не-не-не-не, ты не сюда нажимай, иди. Нажимай. О, молодец. Не спеши. Нажимай, когда она будет прямо вот здесь. Нажимай. Молодец. Отлично. Не спеши, не спеши. Молодец. Нажимай. Рано. Фальшстарт. Можно позже, Дин, но нельзя раньше. Нажимай. Молодец. Нажимай. Вот сюда. Ну ладно, Динечка, ты же молодец. Справился. Так, сейчас посмотрим, какая у нас следующая игра. И продолжим в следующий раз. Нажимай играть дальше. У нас с тобой сейчас откроется новая игра. Мы посмотрим, что за игра. И откроется у нас обеденный стол. Видимо, будем кого-то кормить. Друзья, ну что, мы сегодня в Маше и Медведь прошли 2 уровня. Мы ловили яблоки, да, День? Да. Все яблоки поймали? Да. Там из яблочек было имя Маша? Да. Было, да. А еще мы что делали? Мы сочиняли с тобой? Да. Сочиняли. А в следующий раз у нас будет обеденный стол. Наверное, кого-то будем кормить. Но на сегодня это все. С вами был канал Baby Go. Ставьте на пальчики вверх. Дичь, как пальчики вверх? Да. Подписывайтесь на наш канал. Ссылочка, знаете, где находится. И оставляйте свои самые классные комментарии. Ну а мы с вами прощаемся. Не забывайте нажимать на колокольчик. До новых встреч, друзья. Пока.